Жители городского округа Люберцы смогут получить консультацию онколога и пройти обследование в Центре амбулаторной онкологической помощи 21 апреля. На этот раз День открытых дверей посвящен именно мужскому здоровью. Вы получите консультацию врача-онколога и при необходимости сразу же пройдете обследование. Такие Дни открытых дверей – это уникальная возможность попасть на прием к высококвалифицированным специалистам без направления. Но с собой необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Напомню, что Центр амбулаторной онкологической помощи расположен на базе поликлиники номер 6 на Назаровской улице, дом 3.